Здравствуйте. Хочу представить свою работу матери. Написана она была в 2018-2019 годах, но образ самой картины появился гораздо раньше. Живя в современном обществе, полном благ развития цивилизации, мы могли бы жить в мире, но при этом постоянно на планете вспыхивают войны. Создавая свою картину, я постаралась посмотреть на войну женским взглядом, не затрагивая политику. Отправной точкой стало наблюдение за шествием бессмертного полка. В общей массе людей, детей, внуков, правнуков, несших портреты героев, воинов, освободителей времен Второй мировой войны, шла женщина с портретом ребенка, девочки, погибшей при обстреле Донбасса. Лицо, глаза матери, похоронившей своего ребенка, настолько сильно поразили меня, что я начала разрабатывать эту тему. Ведь зачастую за геополитическими играми и смертью пеших солдат забывается, что они чьи-то сыновья и дочери. Картина матери – это триптих. Она состоит из трех частей. Размер каждой части – 1 на 2 метра. Суммарно работа составляет 3 метра в длину и 2 метра в высоту. Каждая из частей имеет свое название, имеет свою смысловую нагрузку. В левой части изображена мать, послужившая отправной точкой для создания этой картины. На ее заднем фоне мы видим терриконы, которые отсылают нас к месту трагедии и параллельно проводят ассоциативный образ с древнеегипетскими пирамидами, которые вечны, как вечна материнская любовь. В лице матери очень много скорби, очень много боли. Безмятежное лицо девочки, ставшей жертвой войны. В центральной части раскрывается образ второй матери, и это исторический образ, собирательный. В нем нет той безысходности и отрицания, которые присутствуют на левом холсте. Здесь есть принятие трагедии, но через осознание героизма и жертвенности погибшего воина. Не случайно портрет сына она держит как икону, которую так крепят паломники и странники, совершающие крестный ход. Это ее крест. И не случайно в верхнем правом углу фотографии располагается иконка Христа, ведь Богоматерь также страдала за сына, пошедшего на смерть ради человечества. Центральная часть – это история, уроки, которые человечество никак не хочет выучить. Третья мать – это в самом чистом и прекрасном состоянии ожидание чуда рождения малыша. Она имеет уже одного ребенка, понимает мир, в который приводит детей, старается их защитить и дать лучшее, но она не идет против своей природы и созидает. На этом фоне мы можем понять и образ четвертой матери, которая присутствует на всех трех холстах, тем самым собирает картину в единое целое – образ Матери-Земли. А мы все, несмотря на политические, религиозные и расовые различия, являемся ее детьми. И рождая нас, она дала нам все самое лучшее, а человечество терзает ее. И если борозды вспаханного поля дадут хлеб, и земля готова к этому, то войны оставляют такие шрамы, что они зачастую не заживут никогда.
Большое спасибо за внимание.